тренажка в очень крутом визуальном и техническом состоянии. Прям на данный момент такую найти — это редкость, реально редкость. С интересным конфигом, на самом там злейшем валу для восьмиклопа. Она на восьмиклопе, 1.7 и на дросселях, и на коробке, и на подвеске, и на блокировке. Все есть. Как едет, не знаем, на стенде не была, поедет против, ребятки, Соляриса Тамбовского. Вован приехал. Сейчас спросим, что он сделал в изменении в конфиге с прошлого сезона. Вов, привет. Что сделал с прошлого сезона с тачкой? С прошлого сезона банку заднюю поменял. Стоит впускной вал от Киосин. А разница в чем там? Подъем, фаза, подъем, что? Подъем, ой, фаза 238 на стоке, 241 на отсидовском вала. Чуть-чуть изменен. Вал немножко изменен, ну как бы, чуть-чуть, на 3, сколько, на 3 градуса. А так в остальном? Или тазы гремят. А так в остальном? Все то же самое? Все то же самое, да. Отлично. Коробка, блокировка, ничего этого? Нет. Хотел поставить, но не поставил, потому что финансы. Отлично. Выгоняй. Че, ребятки, кто? 13, тазы валят. Тазы валят. Все за тренаху, да, думают? Несомненно. А там шестнарь у него, да? Восьмиклоп. А, ну все равно. Там по лошадям где-то так же должно быть, чтобы... Не завой. Я вижу, сейчас главное, чтобы движок не выпрыгнул с коробки. А до скольки крутится мотор? До 8. До 8? Восьмиклоп. Так, ребят, вы там готовы? Скажи, когда будете готовы. На счет три. Раз, два, три. Провалился он. Очень сильно провалился. Ай, не поеду. Ой-ой-ой. Очень хорошо заметно это, да. Че, оборотов маловато, да, наверное, дали? Да такое ощущение, как будто с холостых поехали вообще. Да ее надо 4 крутить, мне кажется, на старте минимум. Да ты шаришь, Андрей, все с тобой понятно. В правом ряду, ребят, стойте, мы слева. Не, она прыгать начинает, когда с больших оборотов, мы до сих пор разобраться не можем. Она прыгать чего. Начинает на больших. Готовы? Махните головой. На счет три. Раз, два, три. Рановато стартанули мы. Она лучше поехала в любом случае сейчас. Давай, давай, давай! Бля, сейчас Вован не попал. Третью не попал, наверное. А он на четвертой начинает нас забирать. Уедет или нет? Держим его. Прям плюс-минус ехали ровно, но он ездил с тазами ходом по 180 лошадей. Да? Да, реально. Серьезно? А что у него там стоит? Не знаю, очень быстро. Как еще? Стартанул. Магнитола ушла. Хер с ней все равно менять. Ой. Ну, мне кажется, ты рановато стартанул. Фальш-старт. Сейчас спросим, да. Слушайте, был фальшстарт у нас? По-моему, был. Ну да, чуть-чуть раньше прыгнули. Ну да. Мы можно ходом отсюда, Бартюк, как? Ходом, наверное, сделаем. Ходом со скольки? 60, нормально? 60? Нет, мало. Маловато, наверное, 80. 70? Давайте 80, окей. 70-80, если вот назад, как удобнее, да? Давайте, да-да. Как нам удобно? Да, наверное, 70. 70? У нее, если попасть в момент, она прыгает очень хорошо. Мы сейчас даже сейчас с ним вот заезжали, она все равно не поехала. Не поехала, да? Ну да, чувствовал, старта прям этого не было у нее, ядреного. А так для восьмиклопа, на самом деле,
очень неожиданно. Я прям думал сильно хуже. Мне больше пацаны, знаешь, вдохновили, стояли три наха 100%. Просто я не видел едущих восьмиклопов, а он у тебя реально едет. Говорю, вот этот Солярис едет на уровне, вот у нас Гранта 180 сил, 1.8 на шестнаре. Прям 7 сделаем. На счет 3. 1, 2, 3. Пошла. Вот сейчас хорошо едем. Вообще война. 8, блядь, оборотов. Охуеть, восьмиклоп, а? Ну прям ровно еду. Да, ну это Солярис, говорю, очень многим крови попил, чтобы ты понимал. Это она у тебя очень быстрая. То есть он все проезжал, эти Мазды, тройки, 2 литра. Да? А вот Лендер или такие. Ну я думаю, Мазды. Смотри, если мы вылезем, как бы станем, когда развесовка будет. По одному, я думаю, от него уеду. Потому что там вот прям конкретно лучше машины едет. Ну можно сейчас сделать по фану один заезд на квотах. Один, ну, давай, один на один. Вообще машина ровно едет, слышу. Пол скорости, да? Ну, нету в ней, наверное, 130 сил. Мне кажется, 130 сил на тренажке должны быть быстрее, чем на Солярисе за счет веса. Ну, Андрюх, у меня получается, может быть, мне кажется, лошадей на самом деле 150-145. Потому что, говорит, 170, а тут там он взял Солярис. То есть, если конфиг посмотреть. Да. И он мне, главное, еще и стартануть хорошо. Давай, сейчас сделаем. Андрюк, давай сейчас попробуем, выйдем. Владелец тренажки просит. И на квотер сейчас отмерим. Снимем старт и финиш. Кто будет быстрее? По одному поедем. Потому что едем на старт, и оттуда пусть сделают в одного заезд. Окей, да, вот здесь прям вылазь, возле этого куста вот. Андрюк, что думаешь, что будет сейчас вот один на один на квотер? Не ровно вообще. Да, да, да. Ну, сейчас посмотрим. Погнали. Мало, мало. Аж 4 пахнет. Слушай, блин, вообще перестала. Почему? Она и не хочет набирать. Туго, да, набирает? Да. И обороты, говорю, блин. Да, да, да. Может, не надо ей мочь? Она не стартует вообще. И оборот вообще нахуй упали. Сейчас, может, пусть отдохнет. Наверное, она нагрелась, пи***ц, наверняйте суть температуры. Да. Смотри, высади меня сейчас, прокатись аккуратно туда один. Да. Мы тебя тут подождем и подъедешь сюда, скажешь, как там сейчас дальше. Ну чё? Она не стартует, да? Ну тогда за уши не мучаю, не надо. А то уебища тачка. Давление, рвани переднее. Кто заберет, Андрюх, пожалуйста, да, пацаны? Оттуда. Оттуда. С финиша. Заберешь, ладно? Андрюх, сейчас тебя заберут. Так, короче, не будем. Да, да, да. Да, не поедет. Что сейчас с холостыми какая-то херня. Короче, не будем мы сейчас заезжать, мучить машину, что-то с холостыми какая-то херня стала. Обороты упали меньше 1000. И проваливается на старте машина. Мне кажется, все-таки в настройке дело. А может быть, помнишь, у тебя сделают эти трых-пых? И она не стартовала. Ну, да, эти углы, сезон. Ну, углы, да. А где не двух лежит? Не, не двух. А ходом пробовали все? Ходом тоже? Накатом не пробовали все? Пробовали, надо едешь на 6 тысяч, начинал так бух-бух дергать себя, понял? Ты можешь свой планч убрать. А эти что, датчики, это кислород, что ли, что? Что вот это за датчик? Датчик температуры есть. Ну, он пусть сейчас подостынет. Хер его знает, что с ним. А что-то по коробке? 18 ряд, 3,9 пара блокиров. А как у меня было. А пятая тоже с 18? Да. А у тебя тоже 4-я 200 сделала? Да нет, там пятая. На пятой как раз было. А мы 204-я. Колеса больше. А она может и крутится 8, поэтому и делает. А, ну да, она же крутится. У меня 7 тысяч всего. Вован, ты точно только банку поменял? Ну что так орёт? Страшно. Она громче, я и твой, кстати, не слышал вообще. Да? Да. Но я считаю, не добьёшь. Так, ребята, 2 Kia Rio.
Одинаковые моторы, но на белые меньше колеса и злее программа. Но белые на коробке автомат. Красная на коробке механика. Что у тебя сделано? По сравнению с прошлым сезоном добавлена вставка 4.1 СТТ. И отсечка сдвинута с 6750 до 7500. 7500 отсечка, да? Да. Вторая делает сотку сейчас или нет? Да, я по GPS, по радар-детектору смотрел, 102 даже. То есть, отлично. В принципе, если до 100 домерить, должно быть чуть быстрее. Отлично. У него колеса 15, но у него резина 195-65-15. То есть, по сравнению со штатной, она чуть диаметр общий у него хуже. Но вес колес тоже влияет. Ну, посмотрим. А у тебя колеса 16? 17, 215-45-17. Но они готовы? На счет 3. 1, 2, 3. Мы что-то поехали на 2. Ну там на 1 московский. Один попал. А что у нас, погоди? Забуксовалось, ты понимаешь. Давайте перезаедем. Давайте перезаедем, ребят, вас было на раз. Налажал, конечно, со второй. Ты что-то прям, да, вообще мы налажали очень сильно. Чуть посинхроннее. Это преднакат был. Чуть посинхроннее надо. Да, едь, какой преднакат. Готовы? Да. Раз, два, три. Вторая. Мы прям верхами уезжаем. После 6500. Моторчик прям крутится, крутится. Четвертое. Хвост. Не догоняет. Уходим. Уходим. Бля, хорошо пятый включил. Все. Там вообще. Очень-очень сильно привезли, ребят. Прям очень сильно. Ну, для автомата старт у него прям хороший. Старт прям очень хороший. Хорошо. Мы стартанули идеально, а он прям стартанул неплохо. Давайте, ребятки, в обратную сделаем 60 км в час. Раз, два, три. У него переключил, а мы еще вторую крутим. Третья. Механик, ребятки, решает. Даже с тем учетом, если здесь плавнее переключать передачи, все равно вот крутим и мы уезжаем. И уезжаем колеса. И выезжаем. И колеса, да. Если поставить нам его колеса, а ему нам, а точнее ему наши, то это будет вообще по-другому. И автомат уже так не стартанет. Ну да. Вставка немножко, конечно, приход дала 4.1 по сравнению с выбитым катализатором и там вареным пламегасителем. Там геометрия выпуска лучше, даже тише стала из-под капота. Потому что пламегаситель газа били не совсем в центр его, а упирались в такую ступеньку в сужение. Поэтому вставка вот хорошая СТТ. Ну да, полноценный этот паук, это прям плюс. Да. Прям плюс. С кем едешь? Гранты Спорт? Ты до скольки крутишь мотор? 7700. 7700? А сланг, если она стреляет, то есть будет задрота, она бат проваливается. А ты сделал? Попробуй 4500 сортанить. Если будет попробуй стартани. Стартуй сейчас. Ты плавно 4500 набери и стартуй. Она очень.
как это подловить? Мне кажется, наоборот, колеса накачать. Как это подловить заезд? Потому что он нет, он не может жестко прокрутить. Вот так, а? Или будет наоборот, пилоток будет. Мне кажется, он их не прокрутит вообще сейчас. Мы их сейчас спустили, он их не прокрутит. Ему на той 3/8 спустить на 0,8. И он не тронется. И все, нахуй, потеряем здесь мотор и коров. На старте 8 тысяч. Не, что-то надо понять, со скольки ехать. Это сколько? Ну, звук в дросселя какой-то металлический, страшный. Ой, блядь, ты... Как лошадь. Ну, начинай. 24 тысячи ее пытается потерять. Блядь, это ты назвал, нахуй. Похоже было. А по коробке, Франц, сколько? Сейчас спрашиваю. Сколько тысяч у тебя сейчас был старт? 4 ты делал? Да. Мне кажется, походу надо больше ее делать. А если плавно, крутить и бросать потом сцепом, чтобы поехал. Я просто вообще не понимаю, как на ней стартовали. У тебя что с коробкой сделано? Стоковый. Ну, блокировка только стоит. Стандартная Гранде Спорт, да? Да. Ну, сейчас выкатывай с Солярисом. Ты куда сел, Санек? Побереги коробку. Ты стартовать учиться? Илью, спереди, погоди. А то ты ланчинел сейчас. Тут сразу две. Это он для восьмиклопа и рычит, и едет прям очень знатно. Надо сейчас со стартом решать. Вот этот ланч огненный, мне даже надо ножики убрать. Его вообще надо вышить. Ты что, тазы быстро приехали? Да. А что за таз? О, он наравне со мной едет. Наравне с тобой? Да, вроде да. А это воин брат? Да, Гена. 1.8? Нет, тот 1.6. Самый легендарный мотор, нет? 1.6, 282 и спортмаш 9.8. 282? Да. Что, другие какие-то? Не, не злые. А почему такое было решение? Ну, а едет так же? Повседневные. А, понятно. Вроде как. Понятно. Привет, привет. Что за конфиг? Приуронит. Валы спортмаш 9.8, 282. А почему эти валы? Почему они? Городские. 292, они слишком уже такие некомфортные. Неудобно не кататься, да? Да, по городу уже не то. Понятно. 282. И сколько сил на стенде была машина? Нет, не была. Ну, в районе 140, может, 145. И ты на 1.6 собрал? Да. А почему не на 1.8? Ты же хотел тот мотор себе забрать. Ну, потому что он ломает колено, я не стал рисковать так. Согласен. Поэтому. Там и ломает и колено, и цену, поэтому я не стал его тоже брать. Ну, мы тоже вот только что машину делали, колено сломанное было на гранте. А сколько было? Какая мощность была? 1.8, тоже 282, в районе 160 сил, он говорит. Машина отсечка 7500 и колено сломало. Обалдеть. Ну, это вообще, это пипец. Это вообще, да. А колено ломает, там, наверное, все за собой берет. Ну, маховик, до свидания, сцепление, до свидания, поэтому, да. Я понял. Ну, вот конкурент твой. Солярис? Да. А ты Калину обижаешь, брат? Нет. Не обижаешь? Ну, мы с ним не заезжались, но я думаю, что нет. А. Я думаю, что нормально. А ты же швы ровно едешь. Ну да. Мы с ним а ровно. Ты едешь как Давид. Ну да. А Давид вроде быстрее Калины. Ну ровно, а не с Калиной. Ну ровно, а не с Калиной. Короче, вы все ровно едете. Да, да, да. Как не собирали любой конфиг. А у тебя самые слабые вообще валы? Ну, у тебя холостой, обычный. Ну да, ну это просто 900. Что, ребята, Тамбовский Солярис. Ну, на данный момент, наверное, быстрейший в Рунете. Быстрее на сток мотора я не встречал. Крутится 7800. Просто, понимаете, 7800. Поедет против Гранты Спорт 1.6. Конфиг сейчас расскажет владелец данного автомобиля. И кто будет быстрее, друзья? Не знаю. Кстати, брат владельца Гранты катался с этим Солярисом. Его брат ездит на Калине Спорте, который 160 сил. Очень быстрая тачка. У этой конфиг якобы чуть послабее.
То есть тоже 1.6, но валы. Валы слабее. Ну и коробка. На той что-то сделано, она получше едет с места. А, на той 17-й ряд был, да? 12-й? 12-й ряд, да. А здесь все стандартно. Валы, спортмаш и пиленная голова. Кто будет быстрее, сейчас посмотрим. Счет 3. Раз, два, три. Ровный старт был. Ух, какой старт одновременно. Да вы смотрите, смотрите, как Грант-то едет. Очень хорошо наедет. Прям очень хорошо наедет. Ты ее крутишь, она всегда за 7. Корпус взяла на квотер, где-то здесь линия должна быть. Да и дальше уходит. Стой, 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 отпусти уже. 8500 отсечка, да? Спад на 7800, поэтому как бы нет смысла обсуждать, докрутить. Слушай, ну едет очень хорошо. На родной коробке, я прям удивлен вообще. Ходом, ребята, или как сделаем? Давайте, да. Со скольки вам удобно? Давайте, первый, 30. Окей. Готовы? Раз, два, три. Ой, блядь, смотрите. Вон охуеть, у тебя где едет? Что у тебя середина намного плотнее, чем у него. Середина, да. Наверное, из-за валов, потому что его валы, наверное, больше верховые. И верховые, да, и хорошо крутятся, у меня не очень. У тебя прям видно 4-5, прям машина здесь очень сытно едет. Прям вот с 4 где-то прям до 7, вообще очень знатно едет. Да, так примерно по графику и есть. А комфортно на повседнем кататься? Очень. Нормально, да? Очень комфортно, да. Вот на брата ездил на линии по городу, но... скрипя зубами, тяжеловато. Да, да, старт сам, вот трогание, да, вот это. Особенно вот, в коробках. Да, да, это, да, вообще. Это по комфорту. Сам верх, понятно, да, но не всегда же будешь так кататься. Но мне прям понравились эти валы, это прям открытие для меня, на самом деле. Голова спортмаш, доработана стоит 2? Ну, уровень 2 как-то. Уровень 2, как у Вова. Да, один. Такого в окно 35-й, то 38-й, то есть для верха больше. Ну, мне прям очень нравится эта машина, реально. И валы прям открытие для меня, потому что сам верх, это понятно, нужна середина еще. Угу. Постоянно кататься всегда нужна середина. Сильно верхом не поездишь. А кто настраивал? Паша. Паша тоже. Поражение, да. А форсунки издают? Subaru 440. С таким хорошим запасом. Да? Они подходят болтон? Ну, нет. С переделкой, да? Ломать фишку, да, чтобы встали. Готовы? Раз, два, три! Четвертую включил, и мы включили. За счет того, что у Соляриса середина из-за его более-менее валов, ну, гражданских, видите, он где забирает. А мы сейчас заберем вверх. Мы его еще и берем. Успеваем уезжать, и уже Солярис не догоняет ближе к этим скоростям. Классный заезд. Прям мне очень понравился, как едет Грант. Вот реально. Прям
Я аж задумался. Потому что те валы мне нравились, как ехали, но мне не нравился повседневный. Я знаю, где с ума зайдешь. А там, а это вообще сказка. Середина сытная. Даже видите, мы поехали с Солярисом, третья передача, и мы с середины забрали и начали уезжать. Именно нет, даже да, середина у нас плюс-минус ровно была, а потом мы начали забирать. Не классные валы, прям классные валы. За счет этих валов, короче, она едет как 1,8 на более злых. Середина здесь, а тут 1,6. Это, конечно, открытие для меня. Хороший тебе конфет, красавчик, спасибо. Ребята, иномарочки, BMW. 525, 218 сил, задний привод. Чип, без кат, против Тигуана. В новом кузове, 2 литра турбо, 180 сил, Stage 1. 210-215 сил по факту. Кто будет быстрее в данном зависе, непонятно. Здесь атмомотор, если живая, может уехать. У Тигуана минус это, то что машина высокая, хуже едет на максималку. Но плюс это новая коробка, новые технологии и турбомотор. И есть ланч. А сколько мне сейчас? 218. 218 это плюс чип, там. 2,5 который мотор. Да, да. И стейдж, да? А выхлоп? Катализатор удаленный. А, просто катализаторов да, нет. А выхлоп Александр, все стандартные, да? А привод задний или задний? Помню? Задний привод. Неплохо. На счет три. Раз, два, три. Вот что делает новый мотор и коробка. Неплохо, что в режиме она поехала. 7200 крутится, да, она где лежит. Тигуан за счет полного привода вырвался. Сейчас скорость 150. 160. Я вам хочу сказать, я не ожидал, что мы прям так легко заберем при равной мощности. Наверное, все-таки ДСГ решила, ну и момент турбомотора. Все вместе решило. А если бы это был 220 сильный, да, на чипе? Мощность, а если бы здесь был 220 сил, который в стоке и на чипе, как в ТТ мотор. Ну, ну да, 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 да. Фото сейчас поедем в ту же сторону. Давай тоже у нас. Со скольки? Давайте 60. Ручным режимом. Не, ручным режимом левый, в ту сторону едем. Готовы? Раз, два, три. Да, на переключениях старый гидротрансформатор. Это не ZTF новый. Она сама помнит переключает. Да, да. Надо шкодом быстрее. Я что-то думал наоборот будет. Мы только на максималку, скорее всего, его возьмем. Там аэродинамики просто похожи. 170. 180. 190. 200. Отпустили. BMW не догоняет. Может быть, свыше 230. Там где-то раскроется потенциал. Да, давайте последний сот в обратную сторону. Раз, два, три. Поехали со стороны. Тигуан все равно вырвался. Корпус взял, но дальше он не уходит. Под 180. Мы начинаем сейчас догоняться. Сильную максималку он побыстрее. 333, 235, все, отпускаем.
последнем заезде, да, BMW забрала, но не прям так сильно. Не прям сильно. Я честно удивлен, что так поехал от Тигуан. Они не сильно сильнее едут на стейже, но прям это дало ему как второе дыхание. Машина открылась и поехала. Тут нет такого прихода, как на 220 сильном, когда с 220 тебе на 320, да, там 100 сил. Нет такого. Но все равно эта машина сильно лучше поехала, прям сильно.